Теперь ты хочешь меня добить. Ас. Я думаю, мы справимся. Должны. Я вот первую битву опасался, что погибнем. Но у них войска дешевые. Нас это спасло. Отлично. Проплитов. Эх, войск маловато уже осталось. Расчет на лучников. Здесь поставим предводителя. У нас просто войск маловато. Если он ринется отсюда, нам повезет. Но если он решит обойти, мне прикрывать нечем. Ну, я рад, что командующий решил в лобешник. Какая-то так. Вот настрой щитов. Опа. И не проскочить, да? Даже не смог выйти на более сильные мои подразделения. Что значит вот этот прием стена щита? Не пробивается, да? Главное убить командующего. Ну ладно, не убили. То, что он бежал, это тоже хорошо. Нам очень не хватает своей конницы. Была бы конница, я бы... Военачальник убит. О, убит, отлично. Ну, самое опасное — это прашники. Сейчас будут пытаться нас опрокинуть. Фаланги хорошо держатся.
Давай, да опрокидывай. Все, прокинули. Теперь беги на них. Надо отогнать их. Да-да, я еще кушаю. А, сейчас минутку, ребят, мы на вине лава. Отлично. Прям сюда бить. Бейте, бейте. Ну, что думают-то еще? Наши ряды дрогнули. Ну же, насекомые люди. Добивайте. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, гоплиты. Ребятки, давайте поближе сюда. У меня надежда, что лучники сейчас там все складывается в нашу переколотят. Пользу. Да.